Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей, и вы находитесь на канале Guitar Money. И сегодня у нас обзор вот такой очень неоднозначной электрогитары, которая называется Gibson Les Paul Melody Maker. Ну что ж, погнали! Друзья, огромное спасибо всем, кто поддерживает канал материально, а именно спонсоры, 49 рублей в месяц, это не так много, но если у вас будет 100 тысяч человек, это будет очень круто поддерживать канал материально. Так что если вы хотите поддерживать канал ежемесячно и иметь доступ к неким, не к некоторым скрытым влогам, которые доступны только спонсорам, нажимайте кнопку «Спонсировать», выбирайте свой уровень спонсирования, как я сказал, от 49 рублей в месяц. Опять же, если вы выберете самый недорогой, самый... Ну, в общем, вы ничем не будете отличаться от всех остальных. Так что здесь можете выбирать все, что угодно. Также огромное спасибо всем, кто покупает именно с моим промокодом GuitarMoney в магазине Strunky.ru. Вы получаете скидочку 7%, плюс поддерживаете также канал материально. Ну и всем, кто... Спасибо, кто поддерживает канал как может. Комментарии, лайки, репосты, здесь где-то будет здесь или здесь кнопочка «Поделиться», нажмите на нее и поделитесь, например, у себя ВКонтакте. Это поможет продвинуться видео чуть дальше, чем оно продвинулось бы без вашей помощи. Ну что ж, погнали, вот про эту электрогитару. Я думаю, что вы все смотрели обзор Глеба Олейника на эту электрогитару. У него прям точно такая же электрогитара с хамбакером в бридже, потому что эти электрогитары есть с синглами в бридже, и, ну, они, наверное, чуть-чуть отличаются. И там Глеб очень много про нее говорил, так скажем, недобрых слов, а единственное, что он отметил, что гитара все-таки неплохо звучит. Ну, это если я правильно помню содержание того видео. Я бы хотел немного поспорить с Глебом и рассказать про эту гитару немножко в другом аспекте. Я абсолютно с ним согласен, что за ту цену, которую просят за эту электрогитару, сегодня вы можете найти кучу достойнейших примеров электрогитар. Ну, взять, например, вот этот Ibanez. Если мы берем БУ рынок, то этот Ibanez на порядок дешевле вот этой гитары. Хотя, как полноценная электрогитара, этот Ibanez, конечно, не оставит никаких шансов вот этого Гибсона. Да взять тот же Hard Benton, да, который за 15 тысяч рублей вы можете взять SC450+, и у вас будет в руках практически, если можно так сказать, полноценный Les Paul. Пузатенький, с топом кленовым, весь из красного дерева. Эта же гитара на БУ рынке стоит в России в районе 35 тысяч рублей. Если мы зайдем на eBay, на американский, так скажем, сайт, они там доходят до $1000, до $1500. Там вообще непонятно, что-то творится с ценами, и они, по-моему, начинаются только тысяч от 45, от 50, по-моему, не меньше. Эта гитара производства 2011 года. Насколько я знаю, эти гитары делали именно в 2011 году, и когда-то они стоили в Мусторге 12 тысяч рублей. Если ее купить в Мусторге в 2011 году за 12 тысяч рублей, то это очень и очень интересная и достойная электрогитара с надписью Gibson. В то время вот этот Gibson Flying V стоил 50 тысяч рублей. То есть вот эта гитара стоила в 4 с лишним, получается, раза меньше. И если мы возьмем БУ рынок, 70 поделить на 4 с лишним, получается чуть меньше 20 тысяч рублей. То есть сейчас, на сегодняшний день, эта гитара должна стоить 15-20 тысяч. Возможно, за 15-20 тысяч это неплохо, да? Но сегодня она на БУ рынке стоит в районе 35. И, насколько я понимаю, в 2011 году эту гитару никто не придумывал. Ее просто, так скажем, переиздали, выпустили комплект, серию, или как сказать... Ну, в общем, выпустили партию этих электрогитар, просто выпустили и продали. И их никто не придумывал. Их придумали гораздо раньше. We'll be right back.
На тот момент, когда эти гитары придумывали, не было индонезийских электрогитар, не было китайских электрогитар. Вот были Gibson и Fender. Был Gibson Les Paul, который стоил определенную сумму денег, да? Был Fender Stratocaster, ну, например, я говорю, который стоил определенную сумму денег. Для того, чтобы придумать и выпустить электрогитару более низкой ценовой категории, ну, естественно, завоевать еще кусок рынка, Gibson придумали вот такую гитару, которую он ее упростили до безумия. И вы должны понимать, да, что на тот момент конкуренции не было. Нужна была дешевая электрогитара, они ее сделали. Сегодня, опять же, я повторюсь, Индонезия, Китай предлагает, конечно, безумное количество достойных вариантов по более низким ценам. Тогда этого не было. И, конечно, голова, могли бы уж на голове-то не экономить, приклеить вот эти ушки и сделать нормальную форму. Но эта голова, конечно, выглядит просто ужасно. И что получилось? То, что эти гитары, опять же, как я понимаю, потащили на сцены. То есть именитые музыканты попробовали эти гитары, возможно, им понравилось, и они их потащили на сцену. Я сомневаюсь, что Gibson делал именно такой маркетинг, чтобы эти гитары показывать на сцене, потому что им выгодно показывать полноценный Les Paul на сцене, чтобы его рекламировать, его продавать. Гитара дороже, а выгоды от нее больше, и больше денег, да, ты зарабатываешь. Эту же гитару они сделали, опять же, как я говорю, для студентов, как бы. Но эти электрогитары понравились, и музыканты их потащили на сцену. Эти электрогитары в свое время имели большой успех, и я понимаю, что после того, как в 2010-2011 году их по новой выпустили, они тоже имели успех, их все раскупили по 12 тысяч рублей за Gibson. Они такие были Flying V, такие же SG-шки Melody Maker, Les Paul Melody Maker, и сейчас люди пытаются их продавать гораздо дороже, чем по идее они должны стоить. Ну что ж, давайте пройдемся по материалам этой электрогитары. И материалы для Gibson, прямо скажем, не очень свойственны. Корпус, как вы видите, он ровный, никакого пуса здесь нету, он достаточно тонкий, и этим он очень даже получился удобный. Корпус у нас клен, гриф у нас махагани, накладка у нас обожженный клен. То есть совершенно как-то, когда вы говорите корпус клен, накладка обожженный клен, вы не можете подумать про Gibson, да? Давайте начнем сверху. Голова. Но я считаю, что на голове экономить вообще не стоило. То есть у нас был брусок для грифа, и из этого бруска просто делали гриф. Для того, чтобы голова была красивой, как у Gibson, нужно наклеивать еще две, так скажем, деревянные реечки и уже делать форму настоящего Gibson. И, как я думаю, если бы они это сделали, они бы чуть-чуть потратили бы еще денег на одну операцию и материале, но почитателей этих электрогитар, я думаю, было бы гораздо больше. Сзади у нас находятся колки, которые называются Cluson Deluxe. Опять же, если мы возьмем мой Flying V, там на колках будет написано Gibson Deluxe. Здесь у нас Cluson Deluxe. Здесь написано 11 год, Made in USA и код. Посмотрите, как стоит логотип Gibson. Логотип Gibson стоит криво. И вот здесь вот место больше, чем вот здесь вот. Ну, полный трэш, да? У меня нету здесь вот этого пластика, мне эта электрогитара досталась без него. Но мы можем видеть, что там обыкновенный для Gibson этот анкер. Торчит такая же
головка, вам нужен накидной гибсоновский ключ дюймовый, и тогда вы сможете отрегулировать этот гриф. Обычный пластиковый порожек, про него сказать-то по сути нечего, пластиковый и пластиковый со всеми вытекающими из этого. Мензура, естественно, гибсоновская, 22 лада и гриф. Лады не очень высокие, не очень широкие, ширина лада 2,1 мм. Но на моем гибсоне Flying V лады, ну, плюс-минус, мне кажется, такие же. Гриф не очень тонкий, гриф хороший, толстенький. Я бы не сказал, что он сзади очень круглый, как, например, на Harley Benton DC Junior, который у меня вон там висит. Здесь чуть-чуть другой профиль грифа. Давайте померим его толщину и ширину, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Ширина на пятом ладу 46,6 мм. Это абсолютно стандартные значения. Толщина на пятом ладу 22,2 мм. То есть это как бы профиль не 60-х годов, это скорее профиль 59-й, который потолще. Давайте посмотрим толщину на 12-м ладу. 23,9 мм. Ширина на 12-м ладу 51,8. Ну, плюс-минус 51 мм – это стандартное значение. Так что гриф не тоненький, гриф по-гибсоновски ощущается в руках и по мне очень удобный, но многие почему-то любят тоненький. Лично я сильно не делаю разницы, тоненький, толстый. Наоборот, когда очень тонкий, вот как на этом Ibanez 18 мм, ну, не знаю, как-то все-таки не очень удобно играть. Когда 20, 21, ну пусть даже 22, то, ну, я имею в виду толщина на пятом ладу, то такие грифы мне нравятся чуть больше. Я думаю, на самом деле очень много людей, которые со мной согласятся, потому что мы это обсуждали. Обычно, знаете, я заметил, если люди постарше, они любят уже грифы потолще. Люди помоложе, которые только начали или собираются начинать, или совсем недавно начали, они почему-то любят грифы потоньше. Я не знаю, с чем это связано. Давайте посмотрим поближе на корпус. Он плоский, никакого здесь пустца нету, никаких вырезов, опять же, нету, ничего лишнего, максимально дешевая электрогитара. Здесь у нас вот эти штучки, посмотрите, какие, ими просто нельзя пользоваться, их обязательно нужно менять, иначе гитара с них когда-нибудь досвалится. В этой версии стоит звукосниматель Gibson 491T, керамический. Это очень круто, именно тот момент, спокойно, я сел, именно то, что здесь хамбакер. Потому что есть такие же электрогитары, у которых здесь просто сингл. Хамбакер для меня гораздо выгоднее. Его можно всегда поменять, сделать на него отсечку,
и он всегда может звучать как сингл. Да, сингл уже как хамбакер звучать не сможет. У нас здесь одна всего лишь ручка, регулировка громкости, и прямо здесь у нас выход или вход электрогитары. В качестве бриджа сделана такая нелепая штука, смотрите, простили просто до неимоверного. В качестве бриджа сделан просто вот такой вот стоп-бар, или как его назвать, вокруг которого обмотаны струны. И единственная регулировка мензуры, которую здесь можно осуществлять, это при помощи вот этих ментов сзади. То есть вы можете чуть-чуть отодвинуть, чуть-чуть придвинуть и поиграться с этим углом. И вы должны понимать, что идеально мензуру на этой гитаре отстроить нельзя. То есть это всегда будет компромисс. Вы настроите мензуру первой струны, это можно сделать, мензуру шестой струны, благодаря углу. Все остальные струны, ну, получится как получится. И если будет совсем там пятая, четвертая, третья струна будут совсем сильно отклоняться, то вам придется жертвовать шестой и первой стороной для того, чтобы вы могли поймать некий баланс. То есть это всегда будет компромисс. Идеально на этой гитаре мензуру не отстроить. Ну, должен вам сказать, что конкретно на этой гитаре, ну, она очень неплохо строит по всему грифу, и больших-то проблем с этим на самом деле нету. И, на мой взгляд, это, как скажем, больше проблем у нас в голове, что вот она не будет строить. Да строит она, в принципе, строит, и я не нашел никаких с этим проблем. Естественно, никаких окантовок здесь нету, да и покрытие это на самом деле какое-то странное. И это не нейтролак, это похоже на какую-то краску. Кто-то говорит, что это просто грунт, но на ощупь, вот на ощупь реально, как старая советская табуретка. Вот если вы помните еще эти времена, вот такие крашеные табуретки были, и вот, ну это она, это я не знаю, как это можно было сделать, но... Покрытие, конечно, не идеальное, но в целом с 2011 года оно держится на этой гитаре. Конечно, здесь я вижу какие-то царапки, какие-то удары здесь были, и, ну, в целом оно держится и не слезает, и придраться-то по большому счету не к чему, только вот к ощущению старого советского табурета. Так что, друзья, я еще сделаю видео сравнение этого Гибсона и Harley Benton DC Junior. Обзор на Harley Benton вы, наверное, уже видели. И я сразу могу сказать, что эта гитара вряд ли выиграет. Но в целом эта гитара со всеми своими непонятностями, я бы так сказал, она очень удобная. Лично вот для домашнего использования очень-очень удобно. Она действительно прикольно звучит. Я думаю, вы могли убедиться это, прослушивая звуковые примеры, которые я вставляю в течение всего видео. Звучит хорошо, звучит. Играть на ней удобно, у нее достаточно хорошая балансировка, она легкая, играть сидя на ней тоже удобно, ее не заваливает ни туда, ни сюда. Она, опять же, тоненькая, то есть то, что здесь нет вырезов, да, они по сути не нужны, потому что она сама по себе тоненькая, и она вся уже как вырез. И да, если сравнивать сегодня, опять же, когда у нас есть Индонезия, Китай, Harley Benton, Корты, недорогие Ибанезы, что там еще можно придумать, то, конечно, это уже не конкурент. Но в целом это не такая плохая гитара, как с первого взгляда может показаться. И на мой взгляд, что вообще это очень даже прикольная, своеобразная и очень интересная электрогитара со своей изюминкой. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нас ждет много всего интересного.
Подписывайтесь на мою страничку в Инстаграме, ссылочка будет в описании под этим видео. Еще раз большое спасибо всем, кто поддерживает канал материально, спонсоры, донатеры, все, кто покупает именно с моим промокодом GuitarMoney в магазине Strunk.ru. Вам огромное спасибо и также спасибо всем, кто поддерживает канал как может. Лайки, комментарии, репосты. Если не сложно, сделайте репост этого видео, и это поможет каналу. Ну что ж, а меня зовут Сергей, и это был канал GuitarMoney. С вами. Всем позитивного настроения. До встречи на Ютубе. 1:51 ночи. Это третье видео, которое я записываю. И чуть-чуть заговариваюсь. Ну окей. Бам-бам. Пока-пока.